высокую оценку за упражнение с лентой получила Александра Солдатова. 19,7 балла. Влада Никольченко, Украина. Трагичная композиция немецкого композитора, музыка Макса Рихтера. Что касается бумеранга, пойманного в конце, то у нее упала палочка, а потом она ее прикрыла рукой. И явной потери не было, но вообще-то это ошибка. In the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna. Сейчас она очень энергично выведет палку. Так не показали. It's all good, let me come in, let me sing in the trumpet. Дорогие друзья, мы можем поздравить телезрителей, россиян, с тем, что в копилке нашей сборной еще одна золотая медаль. Ну и, конечно, автор этой золотой медали, всех, кто был причастен ко всем победам, которые девочки одержали на этом этапе. Это Ирина Александровна Винер-Усманова.